У меня давно уже возник один вопрос ко всем тем, кто в комментариях постоянно по любому поводу упоминает профессора Савельева. А что вы вообще делаете на моем канале, если, по вашим словам, он вам уже все так хорошо объяснил? Что вы хотите здесь найти? Или вы хотите поделиться со мной неразумным тем светом, который исходит от профессора Савельева? Спасибо, мне это не нужно, мне это не интересно. Профессоров в своей жизни я видел много, и умение красиво говорить, и должность в каком-то институте или университете на меня не производит никакого впечатления. Для меня все эти последователи учения профессора Савельева по большому счету ничем не отличаются от членов любой секты, потому что они тупо принимают на веру то, что говорит им их кумир. Отказываются относиться к этому критически и думать своей собственной головой.